Шримад-Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Гаур Приямананде. Итак, 57-й текст. 16 глава, 6 песня Шримад-Бхагаватам. Мадхавам бинам атманахам.
которое? Которое. Это. Висмритам. Висмритам. Забытое. Забытое. Умсаха. Умсаха. Живого существа. Живого существа. Мадхавам. Мадхавам. Моя духовная природа. Моя духовная природа. Блинам. Блинам. Отделение. Атманаха. Атманаха. От высшей души. Тата. Отсюда. Отсюда. Самсара. Самсара. Материальная обусловленная жизнь. Материальная обусловленная жизнь. Этася. Этася. Живого существа. Живого существа. Деха. Деха. От одного тела. От одного тела. Деха. Деха. К другому телу. Мрите. От одной смерти. Мрити. К другой смерти. Материальное обусловленное бытие живого существа начинается тогда, когда считает себя отличным от меня. Оно забывает о своей духовной природе, исполненной вечного блаженства и знания, и потому качественно единой со мной. Другими словами, оно перестает отождествлять свои интересы с моими и вместо этого сосредотачивает их вокруг продолжения своего тела, таких как жена, дети, материальная собственность. Таким образом, в результате собственных поступков живое существо переселяется из одного тела, с тела в тело, встречает одну смерть за другой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обычно философы майявади, те, кто попал под их влияние, воображают себя равными Верховной Личности Бога. Именно в этом причина их обусловленного существования в материальном мире. Поэт Вайшнава Джагананда Пандит пишет прямо в Виварте: Кришна Бахирмука Анабога Ванчакаре Никатаста Мая Маятаре Джан Джапатиадхаре. Обусловленное существование живого существа начинается с того момента, когда оно забывает о своем изначальном положении и пытается стать Богом. Эта обусловленность вызвана представлением о своем мнимом равенстве с Верховным Брахманом не только в качественном, но и в количественном отношении. Обусловленная жизнь начинается с забвения о различии между нами и Верховным Господом. В результате живое существо сменяет одно тело за другим и умирает, чтобы умереть снова. Философы майявади пропагандируют философию, выраженную словами «таттвам аси» – «ты есть Бог». Однако они забывают, что «таттвам аси» описывает пограничное положение живого существа, подобное положению солнечного света. Тепло и свет – присущи солнечному лучу так же, как и самому Солнцу. Поэтому Солнце и его лучи равны друг другу в качественном отношении. Однако следует помнить, что именно Солнце является источником солнечных лучей. Сам Господь утверждает в Бхагавад-гите: «Брахманахи пратиштахам». Брахман исходит из меня. Солнечный свет важен, поскольку существует само Солнце. Будет ошибкой утверждать, что наоборот, солнечный свет, рассеянный во Вселенной, придает значимость Солнцу. Незнание или непонимание этого факта и есть майя. Забыв о своем изначальном положении, а также о положении Верховного Господа, мы попадаем в майю или в самсару, обусловленное бытие. В этой связи Мадхвачарья пишет: «Сарвабхинам Паратманам Висмаран Самсарет Иха Абхинам Самсмаран Яти Тамо Настятра Самшаяха». Тот, кто полагает, будто живое существо во всех отношениях не отлично
от Верховного Господа, несомненно, пребывает в невежестве тамаха. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана сиватия чакшурумритамлина тасмай шри гуравей намаха. Сви чайтанья нанобиштам стапитам вейна бутали сваям рупа кадамахьям дадати сва паданчикам. Эй, Кришна, Каруна, Синду, Дина, Банто, Джагатпати, Гопиша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намастуте, Тапта, Канчана, Гауранги, Радхи, Вриндаванишвари, Ришабхана, Суте, Деви, Пранамани, Хари, Прие, Ванча, Калпата, Рубьяшча, Крипа, Синду, Баевача, Пачитанам Паванебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шивасади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Итак, здесь в этом стихе и комментарии обсуждаются очень два важных положения для понимания сознания Кришны, которые внешне противоречат друг другу. Истинное понимание не всегда находится на стыке противоречий, противоречивых утверждений. То есть нельзя обрести истину, принимая какое-то одно утверждение и не понимая его противоположности. В этом заключается причина того, что не так много людей понимают философию сознания Кришны. Так здесь обсуждается, с одной стороны, тот факт, что живое существо вечно связано с Господом, то есть оно абхина, то есть как бы тождественно Господу в определенном смысле. А с другой стороны, живое существо не есть Господь, то есть оно как бы отличается от Бога. Эти два утверждения, они противоречивы. И поэтому существует такое разнообразие ложных представлений о самбхагьяне, о нашем предназначении, наших связях в этом мире. Сам Кришна говорит в этом стихе о том, что причина страданий живого существа заключается в том, что живое существо забыло о своем единстве с ними. То есть живое существо стало пхина, пхина прокрити, то есть оно стало отделенным от Бога природы. И вот эта отделенность, она, собственно говоря, и превращается в самсару, вот в эту жизнь, как бы в смерти. То есть, когда живое существо, вместо того, чтобы жить с Господом, оно вынуждено находиться в состоянии забвения и предаваться новым рождениям и смертям. А в Упанишадах приводится вот этот известный пример с искрой, которая вылетает из костра, и она как бы гаснет, падая на землю. Эта искра, она гаснет. То есть она отделяется от костра и теряет вот эту свою качественную силу. Сияние, природа сияния. И мы с вами обсуждали вот эти последние дни о том, что причина того, что мы находимся в негативных состояниях материального разума, в состоянии гнева, зависти, в состоянии апатии и во всех этих негативных формах бессознательного заключается именно в том, что мы отделены от Бога. То есть, иначе говоря, мы думаем, что мы можем быть счастливыми, что мы можем жить осмысленной жизнью за пределами дела Господа, то есть Его миссии, Его бытия,
И вот это представление об отделенности от семьи Господа, от Его бытия, оно как раз и является майей. И вместо того, чтобы жить в семье Всевышнего, люди создают свои собственные семьи, свои какие-то кланы, где они провозглашают себя Богом, главой семейства. То есть каждый считает себя, вот, что он создал семью, вот у меня есть дети, родственники, деньги. Поэтому я счастливый человек, я удался, моя жизнь удалась. И в реальности к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди постоянно сражаются друг с другом. Все эти семьи, нации, кланы, они не могут жить в мире. Они постоянно находятся в состоянии войны. Почему? Потому что Бог только один. И когда мы выходим из этого центра мира, то мы превращаемся в отделенных, превращаемся в отщепенцев. И вот эти отщепенцы, они не могут жить в мире. Они постоянно сражаются. Вот атеизм, на самом деле, это удивительное явление. То есть мы часто думаем, что атеизм – это когда люди не верят в Бога. Но это слишком упрощенное понимание. И каждый скажет, если спросить человека, как ты насчет Бога, он скажет, я верю, конечно, я мусульманин, христианин, там, кришнаит. Вот. Но когда начинаешь смотреть, как человек живет, выясняется, что он живет своими собственными интересами. В лучшем случае интересами своей семьи, своего клана какого-то, того, что он считает своим, своей собственностью. То есть он живет либо своим грубым эго, то есть своим телом, интересами своего тела, если он более продвинут в материальном отношении, он живет интересами расширенного эго, то есть либо своего семейства, либо своей нации, если он вообще продвинут, прям очень крутой человек в материальном отношении. И фактически это и есть атеизм, потому что атеизм – это представление о том, что я есть Бог. То есть именно я решаю здесь, я определяю, что справедливо, что несправедливо. То есть я судья. И когда две таких семьи, их интересы сталкиваются, интересы двух наций. Одна нация, она просто объявляет войну другой нации, потому что кто-то там решает, что мы правы. Мы решили, что у нас правда на нашей стороне, мы как бы истину определяем. И вот причина вот этих войн между людьми, конфликтов, да, существующих между индивидуумами, между одним телом другим и другим телом, между одной семьей и другой семьей, зависти, заключается в том, что человек, который управляет этим телом, или там, глава семейства, он решает, что правда на его стороне. Я Бог, поэтому вот как я вот считаю, что вот так правильно, значит так правильно. Но когда люди не вступают в диалог, они не обсуждают как бы своих воззрений друг с другом. Они просто принимают решения за других. Они являются атеистами. Хотя при этом могут быть верующими с точки зрения внешнего определения. Но вера – это понятие этическое, это не понятие мировоззренческое. По мировоззрению мы можем быть атеистами, либо верующими – это второстепенный момент. Первостепенный момент – кто мы по этике своей, то есть как мы относимся к людям, к миру, как мы относимся к творению Господа. Вот что определяет. То, насколько мы готовы быть в бхакти-йоге. То есть, если человек готов к тому, чтобы понять другого, он сможет понять и интересы также и Господа. Если вы готовы понять, что происходит в другом человеке, вы сможете понять, что нужно другому человеку, вы сможете понять, что нужно Кришне. Но если мы не можем понять даже своего брата, который живет рядом с нами, как мы можем понять, что он? Как мы можем понять Кришну? Ведь это сложнее.
Это требует еще больше внимательности, еще больше преданности. Если мы не можем быть даже преданы своей семье, в духовном смысле этого слова, то как мы можем быть преданы Богу, который является главой большой семьи, всего человечества, всего мироздания. Поэтому здесь Кришна говорит, что вот эта причина мытарств живого существа в этом мире заключается в его психологии отделенности. Отделенности своих интересов от интересов целого Всевышнего. Прабхупада в комментарии приводит эту аналогию, одна из его излюбленных аналогий, объясняющих природу живого существа. Это аналогия света солнца и самого солнца. То есть свет, солнечный свет, он в качественном отношении не отличен от солнца, поскольку он обладает свойствами тепла и сияния. Тем не менее, хотя свет, то есть само живое существо, фактически обладает солнечной природой, и поэтому человек может проявлять могущество, очень похожее на могущество самого Бога, когда он достигает, скажем, ситхи, мистических совершенств, он... Он становится способным проявлять определенную силу, определенное влияние в этом мире. И люди часто думают, что если у человека есть вот это могущество сверхъестественное, то он является Бхагаваном. Но в Писании говорится, что как бы ни был могущественный человек, как бы он ни был богоподобен, это всего лишь подобие, это всего лишь качественное единство, как бы характеристики Всевышнего, но это не сам Бог. И такого человека, который находится в состоянии йоги, называют тивры. То есть тивра на санскрите означает луч, идущий непосредственно от солнца. Тивра. То есть это прямой луч. Я думаю, это слово вам знакомо по известному стиху из первой песни Шримад-Бхагаватам. Как там? Акама, сарвакама, вамокшакама, дарахи, тиврина, бхакти, йогина, яджита, парушам, парама. То есть там говорится, что независимо человек исполнен материальных желаний, либо он свободен от них, стремится он к освобождению, он должен с великой решимостью совершать бхакти-йогу, поклоняясь изначальному солнцу, высшей личности. Таким образом, поклоняясь солнцу, Кришне, человек обретает качество тивры, то есть прямого солнечного луча. И когда мы отделяемся от солнца, то этот свет, который является нашей душой, нашим духом, нашим я, он становится ативра, то есть он становится рассеянным. Это как? Вот сейчас, например, пасмурно, да? Но свет же присутствует. Все согласны, да, что светло? Так вот этот свет, который образует вот это светлое время суток, он является ативрой, то есть рассеянным. Этот свет не несет ни тепла, ни сияния, то есть энергии. В нем нет. Энергии нет в этом свете. Нет ни тепла, ни энергии. Почему? Да, потому что этот свет, он не идет непосредственно от солнца, он рассеян облаками. Да? Вот точно так же, когда наше сознание, оно рассеивается нашим телом, то есть отождествляем с телом, с умом, то есть это все облака, покрытие. Наше тело, наш ум, наш интеллект, это все облачность. Когда мы отождествляем себя со своим телом, то вот этот свет нашего сознания, он преломляется и становится ативрой, бесполезным. То есть мы не чувствуем ни тепла, ни сияния, то есть мы не чувствуем счастья духовного. Мы находимся в состоянии страдания. Вот сейчас вот пасмурно, да, и настроение, наверное, не очень хорошее, да, Фреда? Когда свет есть, как-то настроение получше, да? То есть это проявляется даже на психологическом уровне.
просто ну, как бы погода испортилась, настроение испортилось. Но мы даже не представляем, какая погода у нас внутри. То есть состояние нашего разума, нашего ума, это беспросветная облачность. Тут еще хоть как-то нормально, еще иногда даже солнце проглядывает. А внутри у нас беспросветное состояние. Поэтому преданные все время говорят, а как же, вот у нас страдания, мы не можем общаться нормально, у нас там зависть, у нас проблемы. Для того, чтобы преодолеть это все, нужно подняться над облачностью. Это единственный способ. Это как раз есть метод сознания Кришны. Когда мы повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Мы обращаемся к Солнцу, мы поднимаемся к Солнцу, выходим за облака. Но когда мы внимательны к Святому имени, когда мы повторяем его с молитвой, когда мы погружаемся в смысл Махамантры, в ее как бы тепло и свет, мы поднимаемся над облачностью своего ложного эго и начинаем чувствовать себя тиврой, вот, лучом, идущим от Кришны. Таков преданный, он может жить вот в этом, в этой тьме, как птица читака, да? Птичка такая маленькая, птичка, она не может пить воду, которая лежит на земле. Она может пить воду только, которая падает с неба. Поэтому она, у нее может быть жажда, но она пьет только эту воду. Она клювик свой открывает к небу и ждет, пока капля прилетит ей в клюв оттуда сверху. Поэтому преданный, он не хочет питаться отбросами материальной самсары. Он хочет питаться только милостью Господа, только просадом. Только милостью вайшнавов. Таков преданный. Он принимает только то, что идет от солнца, он не принимает то, что идет из тьмы. Таково должно быть наше мироощущение, мировоззрение. Об этом здесь говорится. В стихе и комментарии. Шрила Прабхупада ки. Какие-то вопросы, комментарии? Вчерашнего обсуждения. Хорошо говорили, так. Я размышлял, но... Простуда какая-то. Сейчас. У нас микрофона нет второго у нас? Может быть, имеет смысл. Всем будет слышно. Спасибо за ваш семинар. Вы показали, как важна именно внутренняя сторона духовной жизни. Но и за ваше общение за эти дни я сделал вывод, что наша община не развивается, она как бы в трясине. Но начинается облачное настроение. У нас доминирует материнское руководство. Привлечение новых людей, а старых преданных, которые когда-то искренне служили, но как-то оступились или попали в маю, которые, может, годами, месяцами не ходят в храм, никто не интересуется, как выбраться из этой трясины. Мы говорили, что нужен хотя бы один человек в общине, который мог руководить именно внутренним духовную жизнь, преданных, развивал бы это. А если у нас нет такого, то кто на себя возьмет ответственность? Вы уедете? Все станут опять на свои места.
там он поможет развиваться духовно, нематериально, в духовной жизни. Понимаете, я чувствую определенное вот, ну как бы, у меня есть определенное понимание того, что вы чувствуете, ну, как бы, что вы чувствуете, ощущаете. Но это может ощущать преданный в любой общине. Просто поверьте. Потому что любое общество, оно чувствует, что как бы недостаточно руководства, недостаточно тепла, света и так далее. В большей или меньшей степени, конечно. Где-то больше, где-то меньше, но я это вот везде с этим сталкиваюсь. Даже в той общине, в которой я сам живу, есть такие настроения. Поэтому, понимаете, дорогие преданные, вот все, что я с вами обсуждал, оно имеет прямо противоположное свойство тому, что вот здесь выражено. Как бы я ни понимал то, что здесь написано, но мое послание, точнее не мое послание, а послание этого стиха и комментария, оно заключается в том, что нужно научиться уважать свою личность. Учиться нужно чувствовать себя вот этим солнечным лучом, а не куском облака. Понимаете? То есть, как бы ни было сложно, преданный всегда может находить счастье в том, что он делает в своем служении, в общении с Кришной, в общении с преданными. То есть ответственность лежит на каждом члене общины. Понимаете? Вот эта философия, что есть община бессознательная, есть какой-то сияющий лидер, который должен, ну там, или несколько лидеров, которые должны всех остальных разогреть, растолкать. Эта философия, она при всей своей понятности в материальном мире, она является ущербной. Потому что преданные, настоящие преданные, они не руководствуются этой философией. В духовном мире каждый преданный несет ответственность за свою семью. В материальном мире нужно учиться именно этому. Поэтому Кришна создает именно такие ситуации, когда на внешнем плане ну, нету такого, вот, понимаете, чтобы вы чувствовали, что вот есть лидеры, которые заботятся, разогревают, помогают и так далее. Это делается Кришной специально, чтобы мы перестали потребительствовать в духовной жизни. Чтобы мы поняли, что за нас никто этого не сделает. Не придет какой-то дядя с галоки. Или тетя. Не построить здесь прекрасную общину, в которой мы будем счастливы в сознании Кришны. Этого не будет. Хорошо не будет. Просто это надо принять. С этим надо как бы согласиться. Тогда начинается настоящая жизнь, внутренняя жизнь. В самом прямом. Мы находимся в материальном мире, здесь облачность, естественное состояние, а не солнечное сияние или духовное сияние. Духовное сияние нужно изнутри вырабатывать, понимаете, в своей душе его нужно находить и делиться с другими. Вот что такое духовная жизнь. А не ждать, что это солнце придет извне, откуда-то, от какого-то человека, который даст нам это солнце. Я понимаю, что это как бы естественно так считать и думать, это в общем-то, ничего плохого в этом нет. Но это не настроение движения Санкиртана. Настроение движения Санкиртана заключается в том, что есть какие-то преданные, которые чувствуют свою ответственность за общину. Они собираются вместе, они обсуждают, и они что-то делают, не сидят. Не ждут, что кто-то за них что-то сделает. Вот это настроение Санкиртана. Нравится кому-то это или не нравится, но факты вот таковы. Правда в этом. Все остальное это область ожидания. Поэтому, если вы уважаете то, что мы обсуждали, то примите это. Не так, что вот сейчас у нас какая-то правда прозвучала, с вами уедет, и опять начнется беспросветная жизнь. Это значит, что все, что мы обсуждали, было бесполезно. Понимаете?
происходит подмена смысла и ценностей. Хотя и естественно для человека, но тем не менее подмена. Есть еще на слайде. Микрофон не работает. А, не работает. Ну попробуй озвучить. Слушай. Ну, то, что я вчера вот законспектировал, я хочу просто сначала зачитать, потом можно вопрос, да? Вот вы говорили, что вот что значит не общаешься с преданными, выражение. Ну, как вроде мы общаемся с преданными, обсуждаем Шримад-Бхагаватам, там что-то послужение делаем. Но получается, что если не хватает нам, то есть мы вот эти вот шесть видов не внедряем в жизнь, да, общение, как Рупа Госвами говорит, да, додать. То есть в полной мере, если мы не, вот не наставлением не следуем, да, то мы не можем как бы здоровые такие отношения создать, да, или... Да. Вот что значит термин «не общаешься с преданными», вот, кажется, вот вроде общаешься. Такие вот поверхностное общение получается, да? Как бы? Это поверхностное общение. Смотрите, общение должно приводить к определенному результату. То есть как мы можем понять, общаемся мы или не общаемся? По результату, по плодам. То есть сам факт просто телесного пребывания рядом, он не означает общение. Я помните пример с мухой приводил? Да. Вот как раз в эту сторону. То есть общение... Если общение состоялось, то результатом этого общения будет включение. Человек включается. То есть мы поговорили, и возникает вопрос, и что? То есть каков результат нашего общения? То есть к чему мы пришли? Мы пришли к какому-то пониманию, тогда нужно озвучить это понимание, да? Мы пришли к какому-то договору, ну, мы договорились о чем-то, что мы вместе будем делать, тогда мы должны распределить обязанности, кто чем будет заниматься, если есть эта энергия, если она пошла. Духовную энергию. То есть вот это означает общение. Общение — это то, что имеет результат. Либо человеку как бы внутри появилось солнце, у человека какого-то понимания, у него появилась энергия служения, он хочет что-то делать. Вот это результат общения. Если этого результата нет, значит нет и общения. Потому что мы, помните, говорили, шрадха, садху, санга, баджана, крия. То есть если есть садху, санга, то результатом ее является баджана, крия. Если нет баджана, крия, значит нет садху, санга. А если нет садху-санги, значит нет шрадхи. С другой стороны, вот другие преданные приезжали, вот, например, Дайван Прабху говорил, да, что садху-санга, она, ну, как вот, если мы глубоко изучаем книги Прабхупады, там все это вот углубленно, да, то она возникает, как бы шрадха. Как бы из этих моментов и пример видим, да, перед глазами. То есть то, что вы говорите, там такого не было сказано, да. Получается, почему как будто разнятся такие взгляды, вот ваше видение и видение других преданных. Вот. Я вот сейчас сравниваю. Шрадха возникает, да. Шрадха возникает из шабды, из священного писания. Безусловно. Но признаком того, что это истинная шрадха, является то, что она трансформируется дальше в желание общаться с преданными. Ну как же, это так же происходит. Человек привлекается в сознание Кришны, благодаря Прабхупаде, благодаря знанию, которое он получает, так? И что он потом начинает делать? Общаться с преданными. Общаться с преданными. А что происходит в результате общения с преданными потом? Начинает служить, верно? Значит, работает все, никакого противоречия. Элемента доверия, если нету, вот. А? Элемент доверия же решает все, да? Вот, например, из преданных, которых часто, например, эксплуатировали, да, у них остается такое, как бы, такое впечатление, что, ну, как бы доверие, оно уходит, и он думает, что очередной, как бы, вот, ну, лидер, руководитель, да, он просто хочет на мне карьеру сделать. И, как бы, то есть тот момент, если, наверное, преданные чувствуют, что им хотят просто управлять. Вы говорили о другой, вы говорили о других вещах, но я рассматриваю тот момент, когда ту ситуацию, когда преданные чувствуют, например, что им просто хотят управлять, эксплуатировать. Я это прекрасно понимаю, поэтому я подчеркиваю, дорогие преданные, я подчеркиваю этот момент, что не надо прыгать
от Сарадхи к Баджана Крии. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это как раз есть прыжок от Сарадхи к Баджана Крии, потому что Садха Санга же не произошла. Почему у меня возникает ощущение, что меня эксплуатируют? Или как бы даже ощущение не возникает, я просто делаю, просто на автомате, да? А потом предъявляю претензии, что меня эксплуатируют. Почему? Потому что я не следую учению. Учение говорит, что мы служим тогда, когда у нас появляется как бы видение. То есть мы общаемся и видим, что это чистая вещь. То есть то, что нам предлагается, это чистая вещь. Она связана с Прабхупадой, с Кришной. А не то, что нас пытаются просто занять в какой-то деятельности. Откуда возникает ощущение чистоты? Именно из садхусанги. Поэтому если я, имея какую-то веру предварительную, комала шрадху, взятую из Прабхупады, из книг, бросаюсь сразу в преданное служение, меня занимают, но при этом ничего не объясняют, я не вдохновлен. И если я в это ввязываюсь, так это же моя вина в первую очередь, потому что я не следую тому, что пишет Шрила Прабхупада. Человека эксплуатируют только по одной простой причине. Вы знаете, по какой? Потому что он этого хочет. Это единственная причина. Я вам серьезно говорю. Единственная причина. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, этот мир, мир обманщиков и обманутых. Знаете, почему люди страдают в этом мире? Почему существует, как главная причина, главная потребность обусловленной души? Знаете, какая? Вообще главная системная потребность обусловленной души. Желание быть обманутым. Это главная потребность обусловленной души. Потому что человеку хочется быть хорошим в глазах старшего. Да? Ведь хочется быть хорошим? Хочется. Поэтому, когда старший вам что-то говорит, вы не спрашиваете ничего, не проясняете. Потому что вы просто хотите выслужиться. Не служить, а выслужиться. Это совершенно разные вещи. Служение происходит сознательно. А выслуживается человек просто для того, чтобы быть красавчиком. Понимаете? Но если вы хотите быть таким, и, ну как вот, как человек хочет быть обманутым, и человек думает, ну он хочет быть обманутым, ну почему бы не использовать это благое желание? Человек сам пришел, никто же его как бы не тянул на аркане. Он сам пришел, ничего не спрашивает. Он просто берет и как бы задействует. Поэтому я, например, я не проповедую в тех местах, где я не вижу искренних преданных, которые могли позаботиться об этих людях потом. Ну, я имею в виду привлечение новых людей. Почему? Потому что я вот именно этого и боюсь, что новые люди приходят, это как бы новые, ну, дураки как бы вот, вот они приходят. И потом их занимают якобы в преданном служении, понимаете? Если я вижу, что вот есть вот искренний преданный садху, который думает о Прабхупаде, как бы о каких-то таких, есть не для себя, тогда ради Бога можно проповедовать сколько угодно. То есть ты понимаешь, что эти люди, они будут благословлены. А если таких людей нет, я не проповедую. Потому что какой смысл пушечное мясо приводить, как бы новое? И не только я, другие проповедники, которые делают это, они у них такое же настроение. Ну а с другой стороны, что тоже ответственность есть, которые привлекают. Видишь, которые сами люди? Нет, вот те, которые их эксплуатируют. Те, кто привлекает такого человека, который не спрашивает. Ну да. То есть ответственность есть у всех. Поэтому если преданный занимает в служении, без, просто ради каких-то, просто затыкая дырки свои кем-то, то ну, у этого такого человека старшего у него будет проблема очень серьезная. Понимаете? Но пока он эти свои проблемы получит, он сколько, много очень людей обожгется на этом всем. Поэтому я говорю, нужно, не надо вот как бы вот говорить, а вот там вот это самое, как бы я не вдохновлен совершать служение. Нет. Мы должны быть склонны совершать преданное служение, но не просто тупо, понимаете, бессознательно, слепо. Нужно эти вещи обсуждать. Для чего мы это делаем, как, каков результат, нужно ли вообще это делать. Какие вещи необходимы. Да. Я хочу, мне вчера понравилось ваше высказывание. Я просто сейчас хочу озвучить, что для блага преданных тоже, что для себя.
Когда преданный получает эту любовь к бхакти, что он служит кому-то, то внутри, внутри возникает ответное чувство любви. То есть бхакти происходит из бхакти, мы знаем, да, из бхакти-шаста, что бхакти, она порождает бхакти. И когда преданный чувствует бхакти, то у него появляется полномочия, чтобы испытывать это бхакти в ответ. Да. Вот вопрос такой, а если он не испытывает вот, чувство бхакти в ответ, вот ты делаешь, то есть вот, благодарностью он... И дальше вы говорите, что поэтому Рупа Госвами подчеркивает, что преданные должны проявлять этот момент, то есть любовный обмен, да? Любовный обмен. Если человек не отвечает на любовный обмен, то есть он, то вот вы сказали, очень мне понравилось, то у других возникает чувство, очень интересно, такое чувство возникает, что человек не способен на ответ, на любовный обмен. И, естественно, человек угасает, вот вы бы, ну, например, я, кто-то человек что-то делает для кого-то, да, и он видит, что ответа нету, то есть в ответ тишина, как говорится, да, там, человек просто потребитель, да. Естественно, у него силы иссякают, и он видит, что у него руки опускаются. Ну, да. Ну, просто смотрите, это такая вещь вполне естественная. Если вы видите, что дерево сырое, зачем им тратить огонь? Нужно дать времени подсохнуть. Вот это очень важный момент. То есть, как бы количество усилий, которые мы прикладываем для человека, оно определяется способностью его отвечать. Поэтому, если человек не отвечает, то количество усилий, которые прикладывают для его блага, оно просто уменьшается. Это не означает, что человека бросают. Это означает, что человеку дают время просто подсохнуть немножко. Ну, как бы, чтобы он дошло. Бывает такая вещь, вот смотрите, я просто приведу пример с проповедью. Я провожу проповеднические программы, там, сколько, ну, наверное, около 20 лет я так или иначе провожу постоянно какие-то программы проповеднические. Я просто вижу, что достаточно много людей, они приходят на проповедническую программу, то есть они, я в них очень много вкладываю сердце, да, то есть я проповедую людям. Но не все люди остаются, какие-то люди уходят. Но я знаю, они уходят для того, чтобы как бы досохнуть. Они что-то услышали, они получили какой-то опыт. И потом они уходят в Майю, и что происходит с ними? Они уже не могут быть прежними. Они в этой Майе, они уже, они начинают, у них как процесс сравнения идет внутреннего, понимаете? Того, где они были, ту атмосферу, в которой они были, и ту атмосферу, в которую они ушли. У них появляется, начинается вот этот внутренний рост, то есть внутреннее осознание. И потом они уже снова приходят, уже второй раз, там проходит 2-3 года, они приходят уже другими, они готовы слышать, они готовы служить. У них внутреннее вот это вот, образуется вот это агьята бхакти сукрити, то есть неосознанное благочестие в преданном служении, понимаете? Оно естественным образом накапливается. Поэтому не нужно думать, что если человек не готов сейчас ответить, он вообще обречен. Нет, это просто вопрос времени. У кого-то время короткое, у кого-то оно длинное, но все придут. Это движение санкирта, оно предназначено для всех. Это просто вопрос времени, у кого сколько времени на это потребуется. Вот и все. Поэтому мы не должны оценивать людей. А, вот этот пригоден, вот этот не пригоден. Это ерунда. Мы не знаем, кто пригоден, кто нет. Нужно просто дать людям время и общаться с ними, не менять своего отношения к людям. Ну, не принял человек, ну и ладно, нормально, мы не претензии. Я знаю, что тебе нужно время, все. Да. А правильно ли вообще вот так общаться? То есть вот я, мое любовное общение и ожидание в ответ? Нет, нет смысла ожидать, я как раз про это и говорю. То есть ожидание означает, что мы хотим прямо сейчас получить какой-то плод. Но это же плоды, они же не нам принадлежат, они же Кришне принадлежат. Это отношение человека с Кришной. Это как бы не наша сфера вообще, не наша компетенция. Поэтому я просто проповедую, я ничего не жду. Но человек, он просто чувствует вот это послание. И откликается на него в свое время. Поэтому тут нет потерь на этом пути. Дочитать можно до конца еще. Большой конспект, похоже. Может, еще у кого-то есть? Вот мы ограничиваем. Матаджи, давайте. Матаджи. Потом вы микрофончик тоже возьмете.
Вот такой вопрос, немножко теоретический. Надо ли преданному искать духовную любовь? Или надо довольствоваться той ситуацией, в которой он оказался, хотя, может быть, она не удовлетворяет его глубине? Искать духовную любовь, вообще любую любовь, духовная, сразу понятно, что речь идет о чем-то возвышенном. Искать любовь означает потерять любовь. Если вы ищете любовь, если вы требуете любовь, если вы ее, так сказать, ожидаете, то это путь к тому, чтобы потерять даже то, что есть. Смысл в том, что истинная любовь, она уже есть, она есть в сердце каждого человека. Эта любовь, она уже существует, ее не нужно искать. Просто она проявляется тогда, когда мы правильным образом относимся друг к другу. Она просто проявляется естественным образом. А бхакти находится в сердце самого человека, оно не приходит извне. Оно находится там. И когда мы правильно относимся друг к другу, эта бхакти, она проявляется. Поэтому вот эти поиски любви, ничего хорошего от них не бывает. Любовь нужно давать, ее не нужно искать, ее нужно вырабатывать внутри себя. Это и есть процесс бхакти-йоги, то есть он как раз и предназначен для того, чтобы эта любовь проявлялась в нашем собственном сердце. А когда мы ищем любовь, вот эти вот вещи приходится обсуждать, которые здесь вот были. То есть, почему человек вот так реагирует, что с ним происходит? Он считает, что к нему относится враждебно. Он считает, что к нему относится враждебно, его не любят, да? То есть от чего возникает болезненная реакция? Почему человек подвергается этому воздействию? Потому что он ждет другого. Свойство ложного эго. Свойство ложного эго. Это свойство ложного эго. Но суть заключается не в свойстве ложного эго, всегда будет реагировать. А суть заключается в том, что мы себя с ним отождествляем. Вот в чем проблема. То есть мы не осознаем в этот момент своего качественного единства с Господом. То есть мы не осознаем себя Брахманом в этот момент. Мы считаем себя Пракрити, а Пракрити всегда подвергается воздействию. Она всегда зависима. Природа, она всегда зависима. Человек в этой ситуации, он слышит что-то плохое, и он отказывается от ученической позиции, он отказывается учиться. Вот, меня не любит, значит, все пропало. Понимаете? В этот момент он что делает? Он принимает вот эту сторону, как у Пракрити. Я Пракрити, у меня все плохо, меня не любят, меня отвергают, как бы жизнь пропала, и все остальное. Вот. Это один случай, да? Теперь возьмем другой случай. Когда, например, человек, скажем, проповедует другому. Один человек проповедует другому. И он думает, что... Вот когда он проповедует, он вкладывает в него силы, он привязывается к человеку или воспитывает, например, кого-то, там ребенка, там родитель. Он воспитывает, что-то такое делает, и у него возникает вот эта вот вещь, что он чувствует, он думает, что вот я сейчас, вот у меня, я вот Брахман, да, я Брахман, у меня есть истина, вот я же знаю, шастры, да, и вот я сейчас буду проповедовать, и человек изменится. В этой ситуации он считает себя Богом, отождествляет себя с Богом, с его природой, как Брахман считает. Но он не понимает, что он отличен от Бога, он не понимает своего отличия, что человек изменится только в том случае, если Господь появится в его сердце. Дело не в его проповеди. Его проповедь — это всего лишь повод, но это ничего не решает. Понимаете, да? То есть другая... Человек не понимает, вот Вигьяна, нет опыта, он не понимает, в какой ситуации отождествлять себя с Господом качественно, а в какой ситуации понимать, что ты не Господь, что ты Бхина, отлично от Него. И у преданных это сложно рядом. Они то вот они, вот когда нужно считать себя Брахманом, они к Пракрити. Когда нужно себя считать Пракрити, они Брахманы. Понимаете? Это говорит об отсутствии Вигьяна. То есть Гьяна есть. А нет понимания, как это работает вот на стыках вот этой вот истины, она на стыках находится, она противоречива очень. Поэтому говорится, очиньте, беда беда татва. Вот эта истинная философия, она очиньте, потому что ее нельзя понять умом. Ее можно только на опыте своем понять. Ну, как бы обретя опыт соответствующий, или опыт тех, кто имеет этот опыт. Поэтому вот так вот это выглядит. Вот в Раджамане хотел вопрос. Да, в Раджамане. Я в связи с... Микрофон. На,
Я в связи с теми вопросами, которые я задавал. Там всем слышно микрофон говорит. Да, это лучше. В связи с теми вопросами, которые я до этого задавал, то есть если... То есть вы отвечали на вопросы, что нужно общаться с преданными, затем, то есть нужно как-то общаться на том уровне, чтобы произошло вдохновение. Но бывают такие ситуации, что то есть, происходит ну, вот, какое-то служение, происходит ну, неожиданный какой-то что-то момент. И ты понимаешь, что с этими преданными ты не общался, и вдохновения между ними в этом общении не было. Ну, проколы идут. И ну, теперь, как теперь вот, в этих ситуациях? То есть есть срочное служение, которое надо делать, и нет времени вдохновиться, как ну, и до этого общения с ними и не было, в принципе. И ты видишь, что с их стороны идут проколы, и ну, это будет потом плачевно, как бы, для многих. А это достаточно интересный вопрос. А проколы по чьей вине идут? Ну, по их. По их имени? Ну, тогда надо сказать, ребята, что за дела вообще тут, как бы, вы это, надо расхлебывать? То есть вы же затеяли? Ну, вот ты задаешь эти вопросы, они обижаются. Ну, как обижаются? Нужно сказать, это же, кто это все устроил, то есть, кто это устроил? Это стандартная ситуация, кстати, вот это очень важно. Ситуация. Стандартная постоянно ситуация. Постоянно вот это происходит. Ну, вообще, смотрите, какая вещь. Вот, смотрите, какая вещь. Вообще, это интересный вопрос. То есть, вот любая деятельность, еще раз хочу подчеркнуть, давайте не уходить в сторону от этого сути. То есть, прежде чем что-то делать, нужно обязательно все оговорить. Договориться нужно. Конкретно. Что мы делаем, почему мы делаем, и кто за это несет ответственность. То есть, кто отвечает, должен быть конкретный ответственный. В любой деятельности, если мы о чем-то договорились, должен быть конкретный ответственный, который должен знать сроки, в течение которых он обязуется выполнить. И если он не смог выполнить, нужно собраться опять, выяснить, почему не выполнил, что произошло, ну, как бы, кто, ну, как бы, вот эти все вещи. Должна быть полная ясность. Потому что если ясности нет, если вы не договорились толком, да, деятельность начинается, человек потом что-то не сделал, не смог сделать, и у него вообще нет представления, что он за это отвечает, на самом деле, потому что это не было проговорено. И потом, когда ты ему говоришь, слушай, ну ты же отвечаешь же, как бы, ну ты же сделал, как бы, давай отвечай. А он обижается. Почему он обижается? Потому что у него не было вообще понимания изначально, что он ответственный в этой ситуации, и отвечать он будет в таком-то формате. А не было проговорено, понимаете? Поэтому это очень удобная позиция. Вовлечь людей в какую-то деятельность, не объяснив ничего, не проговорив, не добившись ясности для них. А потом им это предъявлять. Ребята, ну как же вот. Это, знаете, как, может быть, таким тонким обманом определенным. Потому что мы-то считаем, что это подразумевается, для меня это подразумевается, но для человека это непонятно. Поэтому у меня, у руководителя, есть такое кредо. Если под моим руководством человек действует, и он чего-то не понял, и из-за этого у него ну, что-то не сделал неправильно, это вина моя. Это не вина подчиненного, потому что я, как руководитель, должен был ему объяснить. Если я этого не сделал, это моя вина. Не нужно на других это перекладывать. Потому что иначе мы не сможем заниматься практикой преданного служения именно сознательно. Все будет происходить в таком вот, как бы, уровне, там, на уровне обид каких-то там, разборок, то есть люди будут друг с другом ругаться постоянно. Это принцип. Вы знаете, даже люди, обычные материалисты, которые ничего не знают о нравственности преданного служения, даже они зачастую бывают более честными в своих договоренностях. В любой какой-нибудь компании, там люди, прежде чем что-то делать, там вложить какие-то деньги, время свое, они все проговаривают. Что будет делать, если у нас не получится, какие будут последствия, кто за это будет, ну там. Договора. Составляют договора и так далее, понимаете. Это просто вопрос дхармы. Это вопрос, ну как бы, честности отношений, вот и все. А в преданном служении мы часто думаем, ну вот подразумевается, что преданные ответственны. Ну кому подразумевается? Зачастую у человека такое представление, что я же взялся за преданное служение, я и так уже одолжение сделал. А что я еще и отвечать должен? Это же вообще уже чересчур. Я пришел, я бескорыстно тут, понимаешь, что-то делаю. А то, что я тут натворил, это уж извините, это же прилагается к моему бескорыстию. Какая тут может быть ответственность?
Не надо тогда занимать бескорыстным преданным служением, если хотите, чтобы правильно все делать. Денежку тогда платите, тогда все будет правильно. Вот такое настроение человека, который из материального мира пришел, понимаете? Поэтому обязательно садху-санга должна быть, иначе человек будет творить, что попало. Еще будет считать, что как бы вообще как бы непонятно, что это. Я, люди тут бесплатно работают, и у них еще, им еще какие-то, у них еще какие-то вот проблемы с этим возникают. Что за общество такое? В бизнесе же есть правильная постановка задачи, там прям правила поставлены. Ну да, это разработанные вещи. Причем уже, да, сроки и ответственность. Да. Если задача неправильно поставлена, то это ответственность подчиненного. Руководителя. Конечно. Это общепринятые вещи, не надо ничего выдумывать. Это на универсальном, на вселенском уровне действует. Даже Брахман руководствуется этим принципом. Да, возможно. Скажите, пожалуйста, вот движение будет существовать, эти проблемы все время будут существовать? Подождите, вы мыслите. Я недавно, да, всего 20 лет, как вот общаюсь с преданными и так далее. Я следил одну вещь. Просад работает молниеносно. Давайте. И у него и философия появится, и этикеты, и этикеты, и все. Честное слово, я не знаю. Если все время будет вот эта проблема, то мы ее никогда не решим. Давайте кормить друг друга. Все верно. Да, вот то, что я думал, как бы вчера много говорили о группах, то есть по интересам создать группу, да. Вот, наверное, Нира тоже приезжал, когда он говорил, что очень важно создавать кружки, группы по интересам, да, там Бхагавад там обсуждать, там, делиться, и вдохновляться, проекты потом, потом уже действия, потом бхакти пошло, полномочия пошло, все. И вот такой вопрос очень, ну, как бы, вот, как вот это, ну, как это создать эту группу? И просто инициативу, объявление повесить или как? Как с чего начать? Как эту группу практически, да, вот, очень важный такой момент. Помогите, пожалуйста. Ну, вы можете, действительно, вы можете сесть, помолиться Кришне и заглянуть в свое сердце, понять вообще, что вы хотите, какая ваша мечта. То есть, вокруг чего вы хотите объединить группу преданных, вокруг какого дела, да? И когда у вас проявится вот это понимание, вы можете это изложить, например, для преданных. И, ну, там, либо, я не знаю, как у вас информация распространяется. Кто желает. Да, кто желает, пусть приходит, поучаствует. Кто-то будет приходить, потом уходить, но кто-то останется, и образуется вот это вот как бы коллектив, группа. И вы будете счастливы, вы будете совершать совместное дело, служение, общение. Вы будете обсуждать те вещи, которые вдохновляют сознание Кришны. Это будет группа, сатсанги. Это то, из чего состоит любая община здоровая. Проявляются таким образом лидеры, потом из этой группы выходят лидеры, которые тоже создают свои группы. Так вот развивается тело, живое тело, древо Господа Чайтаньи. Поэтому эти вещи нужно делать. Это наша, как бы, ну, это наша жизнь. Группа Санкиртаны, группа Намахата существуют, какие-то творческие группы, театральные могут быть группы, все что угодно. Группы любителей приготовления просада. Не поедание просада. Потому что группа любителей поедания просада, она будет непонятно, что она будет делать. Все же хотят поесть просад, а кто же будет его готовить, если они любят поедать просад? Они собрались в группу любителей поедания просада. И что? Все хотят, а все пришли почтить просад. Просада-то нет. Может, тогда кому-нибудь в голову придет, что надо его приготовить сначала? В принципе, тоже хороший вариант.
Кришна.